Привет. 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 Вы тоже на пробы? Да. На ужастики? В это же время? Добрый день. Так, рада вас снова видеть. Сегодня у нас проходит кастинг на главную женскую роль. Главную мужскую роль у нас играет Антон. Сегодня мы будем смотреть вас в ансамбле. Угу. Так, кто у нас? Да, давай, я не могу говорить. Извините. Сами пробы начнутся немножечко позже, а сейчас мы пойдем смотреть локацию. Если у кого-то есть какие-то вопросы, задавайте сейчас. Извините, пожалуйста, а вот когда именно сами пробы начнутся, можно узнать? Ну, я думаю, что через пару часов, потому что все-таки вот принципиальное желание режиссера, чтобы вы прошли на локацию, побыли там какое-то время, чтобы напитаться этой атмосферой, понимаете? Понятно. То есть 2 часа где-то, да? Да, я думаю, что где-то пару часов. Катюша, а съемочный период сентябрь-октябрь, так ведь? Да, да, да. Пойдемте, пойдемте за мной. Ага. Вы, наверное, удивлены, почему мы вас всех вместе пригласили сюда. Дело в том, что этот объект находится под запретом, и тут снимать нельзя. Но мы с большим трудом добились разрешения на съемку. И поэтому у нас есть возможность сейчас показать вам вот эту локацию всем вместе. Вот несколько сцен, которые будут нужны для проб. Там есть сцены с Антоном. У вас у каждой будет достаточно времени, чтобы порепетировать вместе с главным героем. Пожалуйста. Передаем дальше. А сейчас я вас покину. Прошу вас, проходите. Только смотрите под ноги аккуратнее. Ходить можете везде, по всем этажам. И мой совет вам, не разбредайтесь. Катя! Да. А здесь где-то есть туалет? Да, вот там, налево по лестнице вниз. Проходите туда. Спасибо. Ну что, давайте знакомиться. Меня Соня зовут. А меня Яна. Антон, Оля. Анфиса. Очень приятно. Взаимно. А с режиссером кто-нибудь общался? Нет, но говорят, он лучший в своем жанре. Ну да, и симпатичный. Вы знаете, я зато читала много про это здание. Тут такие... Ой, прости, Сонь. А мы сейчас вернемся. Ребят, может, мы телефонами хотя бы обменяемся на всякий случай? Бесполезно, здесь нет связи. Ничего себе. Я надеюсь, ты с ними не будешь репетировать? Ну, а что? Анфиса, по-моему, неплохая актриса. Анфиса. Ну, я шучу, конечно. Ты же лучше. Ну, правда, Оля, ты чё? Так, туалет. Она точно сказала внизу, да? Да. Вот он. А, да. Интересно, а свет там горит? Сейчас попробуем. А, вижу. Да. И он. О, горит, да. Держать, я быстренько. Давай. Я тогда здесь буду. В общем, история такая, что это, короче, было лет 50 назад где-то. Здесь была какая-то кинолаборатория. И туда приехали международные режиссеры всякие. Одного из них здесь случайно где-то закрыли во время экскурсии в какой-то локации. И потом, короче, когда они стали его искать, то они его не нашли ни там, нигде вообще. А, и теперь нечто жуткое происходит с теми, кто сюда попадает. И ты веришь во всю эту чушь?
Да я тебе просто говорю, что я читала. Я тебя умоляю. Это что такое? Может быть, это Антон и Оля? Это что-то другое. В смысле? Ты о чем? Слушайте, валим отсюда. Ян, что там? Валим. Срочно. Что? Что? Откуда мы пришли? Не знаю. Валим, оттуда. Валим, валим. Валим. Оль, ты слышала? Оль! Оль, я пойду посмотрю! Анфиса! Соня! Анфиса! Анфиса! Да блин, где же они все? Соня!